Добрый день, начальник отдела ипотечного кредитования Негрова Елена. Сегодня в банке ВТБ-24 проходит ярмарка недвижимости. Данное мероприятие позволяет нашим клиентам на одной площадке узнать о рынке как первичного, так и вторичного жилья. Присутствуют основные ведущие застройщики нашего региона и агентство недвижимости с базой вторичного жилья. Данное мероприятие позволяет не только клиентам, но и застройщикам получить новые продажи, продать свой объект недвижимости, рассказать о своих акциях, которые действуют либо у агентства, либо у застройщика, и укрепить сотрудничество с нашим банком. В нашем банке действует широкая линейка ипотечных продуктов для наших клиентов. Мы рады предложить как ипотеку на приобретение готового строящегося жилья по достаточно привлекательным ставкам. На данный момент в июне месяце в банке ВТБ-24 были снижены процентные ставки и действуют различные акции. Сейчас есть акция «Больше метров, меньше ставка», где клиент может приобрести квартиру от 65 метров и более по самой низкой ставке, которая действует у нас в банке, 10% годовых. Широкую популярность приобретает рефинансирование кредитов других банков, так как не секрет, что в 2015-2014 году ставки были достаточно высокие везде, то сейчас такие клиенты могут рефинансировать свои кредиты в банке ВТБ-24 под ставку 10,7% либо 11% в зависимости от категории заемщиков. Еще одной привлекательной программой, которая есть в нашем банке, которую предлагает ВТБ-24, это программа «Победа над формальностями», где для того, чтобы получить ипотеку, вам нужно предоставить всего два документа. Это паспорт и иной документ, удостоверяющий вашу личность. И у вас должно быть 40% первоначального взноса. Все остальные данные мы берем на основании той анкеты, которую вы заполняете в банке. Такое мероприятие, как ярмарка недвижимости, в банке ВТБ-24 проводится ежеквартально. Своей целью мы имеем привлечение на эту ярмарку не только клиентов, которые уже имеют положительное решение в нашем банке, но также и клиентов, которые только рассматривают варианты приобретения квартиры в ипотеку. Здесь очень удобно, они могут прийти и в одном месте рассмотреть все варианты жилья, которые могут приобрести, и рассчитать свою ипотеку, узнать процентную ставку, платежи, которые они будут платить в дальнейшем. Такие мероприятия, как ярмарки недвижимости, помогают нашим клиентам решить сложные жизненные ситуации, с которыми они сталкиваются. Ну, к примеру, есть у нас случаи, когда к нам обратился клиент, у него три ребенка, то есть это многодетная семья, достаточно были ограничены денежные возможности, они посетили нашу ярмарку, они искали себе жилье и подобрали его у одного из застройщиков-участников с максимальной скидкой. То есть застройщик подошел лояльно к нашему клиенту, сделал ему очень удобную скидку, и клиент подобрал себе объект недвижимости для покупки. Поэтому мы предлагаем нашим клиентам посещать ярмарки недвижимости, которые проводятся в ВТБ-24. Сегодня у нас она проводится 15 июля, а также следить за датами проведения их в будущем. Проводятся они у нас ежеквартально. Обновление о датах проведения ярмарк недвижимости вы можете отследить на нашем сайте ВТБ-24, группа ВТБ-24 в социальной сети ВКонтакте, а также на объявлениях в нашем банке.